Несколько часов пришлось провести на улице вчера вечером жильцам дома 22 по улице Фабричной. Они были эвакуированы после того, как из стены выпал кусок облицовочной кладки. Площадь обрушения составила около 3 квадратных метров. Прибывшие спасатели оперативно эвакуировали жильцов и приступили к обследованию здания. Мы увидели вот всю эту ситуацию. Сейчас собираем документы и перебираемся к родственникам жить. То есть тоже маленький ребенок, страшно. Страшно даже просто засыпать, ложиться спать. Дом проверили специалисты администрации города. Как оказалось, кладка осыпалась со стены, примыкающей к санузлу. Внутри дома повреждений нет, и спустя 4 часа жильцов пустили обратно. Внутри трещин нет, сквозных трещин тоже не обнаружено. Протечек при работающем стояке также нету. То есть внутри все сухо, сама стена сухая. И сейчас потрогали, все обследовали. Вот в разрушении стена тоже в сухом состоянии. Сейчас ведется тщательное обследование, по итогам которого будет принято решение переселять ли жильцов.